Сегодня в Норвегии должны были решить дальнейшую судьбу Вячеслава Дацика, но суд по делу о его экстрадиции перенесли. Рыжий Тарзан, беглый пациент психбольницы, проведет в Осло как минимум еще месяц, а то и больше. Александр Корнилов подробнее. Рыжий Тарзан, сын Сварога, повелителя муромских лесов из рода серых псов. Такой псевдоним Вячеславу Дацику несколько лет назад дали поклонники боев без правил. Известному на всю страну, а не только в северной столице, боксеру прощали многое. Весом почти 150 килограммов он мог позволить себе и неспортивное поведение. Ну, смотри, сколько башен боя поднимал человека, мог с ним там вбежать куда-нибудь в столы с кубками, там мог куда-нибудь выбросить, одновременно его душить, бить, заламывать, что его там в итоге там 5 рефери растаскивали. Павел Косицкий, тренер известного клуба «Единоборд», знает белого воина еще со школы. Сын учителя. Слава жил по особым правилам. И хотя поведение молодого Дацика вызывало немало вопросов, все сходило с рук. Вот эта компенсированная ущербность, вот это врожденное базовое недоверие к миру и страх перед миром заставляет его отчаянно защищаться. Именно агрессивность Дацика и оценили зрители. Дикий зверь. На ринге он был готов разорвать в клочья любого. Но организаторы боев таких отчаянных спортсменов побаиваются. Нельзя бить головой, нельзя кусаться. Простые правила единоборств для Тарзана – лишь пустой звук. Он тренируется днями и ночами, чтобы отправить в нокаут противников. Для них спарринг с сыном Сварога – самоубийство. Уровень спортсменов, которые участвуют в чемпионате Marine Selection, это уже уровень, по сути дела, чемпионов там, континентальных или мировых чемпионов. С каждым годом на спортивном ринге Дацик смотрелся все более вызывающе. Активист радикального движения «Славянский союз», он прямо во время боя мог выкрикивать националистические лозунги. Став кумиром радикалов, «Белый воин» автоматом вылетел из спорта. Лига микс-файтов контрактов больше не предлагала. В 2007-м «Белого воина» взяли на ограбление салонов мобильных телефонов. В крестах бесстрашный арестант сносил двери, вырывал из стен трубы и нещадно бил сокамерников. Он как бы там себя очень нагло вел. Все менты его боялись, давали ему ключи. Он ходил где хотел, там выходил из камеры, ходил по всей тюрьме и так далее. Вердикт криминальных психологов. Вячеслав Дацик невменяем. В лечебницу его доставляли под конвоем. После 2 лет пребывания врачи наконец констатировали, он идет на поправку. И в середине июля даже ослабили режим. Все боялись. Он был, как это, захочет, уйдет, захочет, придет, захочет. Бабу ему привезут. Даже так? Так да. Валентина Петровна тогда навещала свою дочь в лечебнице рядом с дружносельем. Помнит и странного пациента. Говорит, белый воин хорошо ел, много гулял. Иногда даже устраивал пикники с друзьями. Как только контроль за ним ослаб, боец-тяжеловес разорвал сетку рабицу руками и вышел на свободу. Свое место, я думаю, ты скоро времени найдешь. 21 сентября мужчина плотного телосложения в капюшоне пришел просить политического убежища в Норвегии. Сотрудники миграционной службы вызвали полицию и неизвестного задержали. Им оказался Вячеслав Дацик. При обыске у него нашли пистолет. Сейчас повелителя муромских лесов из рода серых псов прокуратура России пытается депортировать на родину. Александр Корнилов, Юрий Коваленко, Вести.